максимально четко я могу объяснить, кто я такой, когда я пою. Он такой красивый в музыке. Просто светит изнутри. Мы зарабатываем вместе, с семьей. Мы занимаемся украинской вышивкой. Вот. Со всей Украины собираем, реализуем. Я пойду. Как сказать? Красиво, да? Сука. То, что приносит нам финансы на то, чтобы мы могли существовать, это одно. А то, что вот меня волнует как певца, и я хочу это реализовать, пока месть я живу, я должен все для этого сделать. Хотів би, щоб у вас життя на «Х-факторі» було солодким. Єда. Як цей шоколад. Клас, дякую. І я хотів би, щоб ви не розслаблялися. Шановні батьки, все пішли. 25+. Все в шоколаді. Влад Павлюк, він в моїй категорії не повинен вирішувати прості завдання. Сідай. Пісня тобі подобається? Гарна пісня. І мені навіть цікаво, чи зможе Влад Павлюк щось своє додати. Вот если бы я оказался, да, на месте Кондратюка, то что бы делать с Павлюком, я не знаю. А где же вот этот внутренний трепет? А не хватает вот этого, ну вот именно в начале, в самом, да, вот этого, вот, ну как, чтобы сердце же заколотилось. У меня были отношения, были чувства, которые ушли, или которые я не удержал. Может быть, так. Тут є, ну, дійсно, така емоційна робота. І завдання – захотіти тебе побачити далі. В переживанні. Так. Це велике испытание.